Лицензированный бюджет района, темп роста налоговых и неналоговых доходов Энгельского района ниже среднеобластного уровня. Средняя заработная плата 33 545 рублей. Это за 2020 год. За январь-июль 2021 года по полному кругу предприятий 32 720, что составляет 91% от уровня заработной платы средней по области. А это ваши налоги. Люди должны получать зарплату официально, как положено. Самое парадоксальное в том, что они ее получают. Только вам это, работодатели, почему-то не показывают. Огромные предприятия, куча предприятий ниже среднеотраслевого уровня оплаты производят. Списки есть, налоговые сами работают, прокуратура работает, государственная инспекция труда работает, всем помогает. Государственная задача у всех. Это государственная задача, чтобы все понимали. Это то, для того, что, для чего мы здесь все с вами работаем. Выведение серых заработных плат. Люди должны получать достойную заработную плату, достойные социальные гарантии, забыть, что такое получение в конвертах заработных плат. Иван, это ваша задача.